Этих малышей заметили прохожие в городе Иеропетра в Греции. Два пугливых щенка скулили и дрожали, ползая в траве во время дождя. Крохи были насквозь мокрыми, голодными и перепуганными. Когда люди попытались взять их на руки, они еще больше заскулили от страха. Люди отнесли щенят в ближайший приют Такис Шелтер, известный на весь город. Владелец приюта сразу принял двух щенков. Братьев накормили, искупали и уложили спать в теплую лежанку. Сначала они боялись новой обстановки и не доверяли людям, но затем поняли, что тут они в безопасности. За щенками чутко ухаживали, и они начали отвечать опекунам любовью. Щенки становились крепче с каждым днем. Они подрастали здоровыми, активными и очень игривыми. Братья также постоянно резвились вместе, а еще подружились с другими собаками из приюта. Прошло какое-то время, и эти малыши настолько преобразились, что их было не узнать. Благодаря заботливым опекунам они подросли крепкими и стали настоящими красавцами. Сейчас для них подыскивают постоянные дома. Будьте счастливы, малыши! Благодарю за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте на колокольчик, чтоб не пропустить интересную историю.